И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео. И давненько у нас такого на канале не было. Во-первых, возвращаются тачки на некоторое время, ну точнее на одно видео, ну в общем. Дальше, мы сегодня сделаем некоторое сравнение, а такого также давненько не было. И в-третьих, тут у нас все три части. Первый мультик, второй и третий. Надеюсь, вы понимаете, почему именно так сказал. Сегодня у нас будет необычное сравнение. Мы будем сравнивать всех гонщиков между собой. Как же они менялись с годами? Какие же формы? Где же лучше? Пластмасса поменялась, не поменялась? Как с покраской? Стало ли лучше, хуже и так далее? Сегодня мы будем вот в таком виде разбираться, сравнивать. Я даже не знаю, как мы тут кого, в каком виде сравним, но надеюсь, будет интересно, и, наверное, такого еще нигде никто не делал. Я надеюсь на это. В общем, вот такая, во-первых, у меня коллекция гонщиков по всем мультикам тачки. Тачки 1, тачки 2 и тачки 3, да. По мультику тачки 3 всего лишь столько гонщиков, а что ж поделать, а больше нам-то и ничего не давали интересного. Есть еще, конечно, пару персонажей, или даже один, или пару, но они не гонщики по новому мультику. Наверное, с чего же можно начать? Как бы по мультику тачки 1 мы видим, сколько имеется гонщиков, немало. Даже у нас имеется два Маккуина в стиле Динака. Это вообще очень крутая тачка, прикольная. Он всегда мечтал быть как бы в этой команде. И вот как бы мечта вроде бы как бы и сбылась. Затем у нас имеется немало машинок тачек по мультику тачки 2, конечно же, где у нас агенты были и так далее. И у нас уже имеется здесь чуть побольше как бы повторных тачек. Это у нас два Мигеля, как бы здесь у нас еще и зимние тематика имеется, два Shoot the Rocky, такой как бы Metallic Finish, прикольно. Также и Маккуин в такой стилистике у нас есть, тоже прикольно. И два у нас есть Макса Шнеля, если не ошибаюсь. Отличаются, конечно же, но не так уж критично, но есть отличия, ну вот. То есть здесь у нас героев даже чуть больше, если так смотреть, на одну машинку больше. По мультику тачки 3 у меня имеется в основном главные персонажи, ну и как бы второстепенные гонщики, скажем так, да. Теперь, как мы еще что можем сравнить? Сколько у нас имеется, во-первых, главных героев в каждой части? В первой части у нас имеется три главных героя. Это Маккуин, Чик Хикс и Динака, конечно же. Во второй части у нас, скажем так, ну, грубо говоря, два главных героя. Это Маккуин и Франческо, остальные просто как бы участники и так далее. Кого-то видели больше, кого-то меньше, кого-то, может быть, вообще не видели, но в общем. И в третьей части у нас получается, опять же, как бы два главных героя, но потом уже становится как бы три. Это Маккуин и Джексон Шторм, ну и потом, конечно же, Крус Рамирес. Как бы можно считать и три главных героя, ну как бы и два, но тут уже как бы кто как хочет, так и считает. В общем, теперь о второстепенных, как бы, здесь по первой части мы видим, что имеется, ну, немало разной формы, но в основном мы видим две формы, такие более закругленные и более такие прямоугольные, скажем так. Ну, не то, что с острыми углами, но плюс-минус, да. Тут у нас овал, тут у нас прямоугольник. Сейчас поближе все рассмотрим, сначала просто пообсуждаем. Во второй части у нас уже формы в основном друг от друга и отличаются, хотя есть и повторные, например, как, может быть, Франческо и Рип Клочконе, например, как Макс и Петров у нас, если не ошибаюсь, да, русский гонщик также, вы представляете, русский гонщик был в мультике «Тачки 2». Прикольно, классно, офигенно, вот давайте мы сейчас его отдельно посмотрим, то есть прикольно. Да и таких героев было вообще немало, то есть тот же и китайский гонщик, и не только. Прикольно, классно, офигенно, но, увы, сейчас такого, видимо, мы уже и больше нигде и не видим, ни в каком мультике, фильме и так далее. Потом у нас, ну, какие еще могут быть похожие формы, допустим, Мигель и Джефф Корвет, ну и как бы, может быть, столько. Тут у нас уже более такие разнообразные формы, более уже современные, то есть здесь, да, мультик 2006 года, тут все очень простенько, как бы, ну, Маккуин вроде интересная форма, Кинг тоже прикольная машинка, ну и Чик Хикс вообще весь в наклеечках, вообще классно, круто, офигенно, да. А по мультику «Тачки 2» у нас как бы, ну, имеются какие-то спонсоры, наклейки и так далее, но их меньше, но сами машинки друг от друга отличаются, правда, значительно. То есть разные спойлеры, например, разные формы, сама машинка отличается, где-то она может быть тоненькая, длинненькая или там еще что-то имеется, да, то есть везде отличается. Ну, а если говорить, например, про третью часть, то тут уже такие более, что ли, современные формы. Да, мы видим, например, вот этого героя, имя, к сожалению,
я помню, не помню, или Бобби Суэфт. Как бы, да, он сильно напоминает, например, того же самого, возможно, гонщика вот отсюда, из первого мультика. То есть она тоже более такая, что ли, овальная, не овальная, но уже более, что ли, лучше. Допустим, вот давайте мы для сравнения возьмем. То есть, да, как бы овал, но не овал, уже более тоже современно. Но вроде бы он от Маккуина отличается по мощностью и так далее. А если, например, сравнивать его с Джексоном, так что Маккуин, что Бобби, скажем так, вообще ни о чем, да, то есть по скорости. Но формы мы видим примерно одинаковые, плюс-минус, имеется много наклеечек и так далее. То есть что-то около того года еще здесь осталось, но у современных машинок мы заметили, и у других подобных, такие как Джексон, там уже наклеечек мало, формы такие более современные, может быть, более агрессивный. Конечно, да, если бы я имел бы много гонщиков, например, наподобие вот такой формы, наподобие Джексона, было бы тоже здесь такая немаленькая кучка, и смогли бы мы, возможно, более, что ли, лучше рассудить, обсудить. Но, увы, раз у меня таких машинок нет, в журнале не клали, поэтому как бы как есть, так есть. Теперь давайте, наверное, я отберу несколько машинок с разных мультиков и будем сравнивать более внимательно и детально. Так, наверное, давайте мы сравнивать начнем вот этих товарищей, как бы главных персонажей. Это, конечно же, Маккуин, наши, ну, грубо говоря, злодеи и как бы такие, что ли, не то что добрячки, второстепенные, ну, тоже главные, конечно, герои, ну, вот такие, как бы, сделаем такое выделение, как бы они не относятся ни сюда, ну, и как бы ни сюда. Например, если сравнить Маккуина, то мы, конечно, видим, примерно, считайте, везде дизайн машинки тот же самый, да, только вот отличается от второго мультика, он более такой, что ли, интересный, спойлер другой и так далее. А так, имеется наклеек везде много, формы плюс-минус примерно такие же самые. Если, например, про качество пластмассы говорить, то здесь, конечно, как у самой первой машинки, она очень прочная, очень мощная пластмасса, что я не знаю, может быть, даже и настоящие машины эту машину не сломает, может быть, сломает, но не сразу, но пластмасса здесь очень мощная, очень грубая, жесткая. Если говорить, например, про вот эту машинку, то тут пластмасса уже такая, ну, более простенькая, как бы, ну, сломать можно, но тоже нужно постараться, но еще сгодится. Ну, конечно, с этой пластмассой она никак не сравнится. Если, например, вот здесь говорить пластмассу, ну да, тоже примерно считайте, как и по третьему мультику, сломать тоже легко, но тоже нужно, конечно, постараться, но она, опять же, не такая, как по первой части. Ну и, понятное дело, все герои по первой части до определенного момента пластмасса имеется вот такая, более мощная, твердая, хорошая, крепкая и так далее. Теперь, если говорить, например, про наших злодеев, то мы видим, что они все разные по форме, как бы, что ли, не знаю, разного поколения, как мы тут можем, наверное, наблюдать. То есть здесь у нас первый мультик, и мы видим, ну, такая, ну, более такая обычная спортивная машина. Вторая часть, это у нас, конечно же, уже формула болицы имеется, вот такой враг, соперник, очень необычно по форме, а тут уже у нас более современная машина. И как бы, да, если смотреть, то, конечно, у всех мощность отличается, дизайн, конечно, отличается. Где-то вот такой он весь, как бы, в наклейках а-ля в тату. Здесь этого практически не имеется, зато имеется мощность, ну и имеется окрас, например, цвет страны, который он представляет и так далее. Здесь просто вот такой вот цвет, однотонный практически, ну и здесь нам показывают, что это вот такая более уже современная машинка, как бы более мощная, более, не знаю, что ли, ну не то, что электрическая, но что-то наподобие этого. А если говорить про добрячков, то тут у нас как бы они и не туда, и не сюда. По форме что мы можем сказать, как, например, у тех годов, даже у Крус Рамирес, как бы, казалось бы, она в третьей части должна выглядеть более, что ли, так серьезно, по-современному, но не, форма примерно плюс-минус такая простенькая, ну да, она уже здесь более такая серьезная, но не такая уж супер, что ли, агрессивная, хотя, может быть, я ошибаюсь, ну, более такая простенькая машинка, но принты имеется, потому что она относится как бы к Динако, а так у нее другие должны быть наклеечки, ну, в общем, как бы наклейки 95, где здесь имеется немало, то есть здесь как бы все очень так сделано, что ли, по старому стилю. Я думаю, вот такое сравнение с главными персонажами, злодеями будет очень такое уместное, правильное, подходящее. Давайте сравним второстепенных гонщиков, как же там все менялось.
Ну, если брать, например, других гонщиков, я отобрал именно этих, не знаю, правильно-неправильно, но уж пусть будет так. Да, очень странно будет сейчас идти сравнение, когда по третьей части у меня всего лишь единственный гонщик имеется вот такой Бобби Свифт, хотя да, есть Джексон, но он как бы главный персонаж, а менее главный только один, но уж как есть. Как бы спасибо на этом, что хотя бы его положили. Как бы по первой части у нас вот такие гонщики, как я уже сказал ранее, у них такая более, что ли, как бы традиционная, что ли, форма, овал, прямоугольник, имеется немало различных здесь, как бы, наклеечек, принтов, рисуночков, спонсоров и так далее. Прикольно, классно, красиво, разные цвета, как бы они, не знаю, цвета здесь они не представляют никакую страну, здесь больше цвета относятся такие, которые, как бы, относятся, подходят к спонсору. Не знаю, правильно, неправильно выразился, но, надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Пластмасса, ну, здесь уже, да, другая. Как бы сломать, конечно, возможно, если сильно давить, но как бы ладно, на этом тоже спасибо, но прикольно сделано, качественно. И про качество везде могу сказать, все машинки, неважно по какой части, они сделаны относительно качественно, имеется максимум принтов, детализации, самый максимум, то есть вот то, что можно в маленький масштаб вместить, они сюда, естественно, вмещают, и на этом, конечно же, спасибо. Теперь, если говорить, например, про персонажей по мультику «Тачки 2», мы видим формы различные, то есть здесь уже имеется разнообразие. Например, если здесь у нас, ну, считайте, грубо говоря, как бы жестко не звучало, однообразие. Такая форма или такая. Возможно, еще какие-то формы там встречались, но я либо уже не помню, либо не замечал, либо и правда не было. Здесь имеется абсолютное разнообразие. Даже на заднем фоне вы видите, какие еще машинки имеются по форме. То есть у нас имеется такая более, что ли, овальная. Здесь уже более такие интересные переходы. Тут у нас как бы кабина. Спереди у нас вот такой как бы корпус, где крыло вот здесь выделяется и так далее. Здесь более такая тоже простенькая машинка. Ну и такие были, конечно, персонажи. То есть обычная такая спортивная машинка, которая может ездить и по пустыне, скажем так, да. Ну и вот такая машинка, как Мигель Камино, тоже, ну так. Такая уж более тоже как бы простенькая и спортивная машинка, но тоже есть интересные моментики. У них везде примерно цвета такие же, которые как бы на флаге страны, например, вот Франция, вот примерно плюс-минус такие цвета у нас, шуты дороги тоже примерно такие цвета и так далее. Это прикольно, это интересно. И в первой части такого не было. А если говорить про качество, то здесь считайте, ну, тоже, как бы, здесь плюс-минус хорошее, как бы, пластмасса, как бы, ну, сломать, конечно, здесь можно, если специально давить, либо как-то играться, интересно, можно все сломать, но пластмасса еще нормальная, как бы, с первого раза не сломается, с 10-го, с 15-го, может быть, и да. Теперь, если переходить к нашему единственному гонщику по мультик Тачки 3, то, как мы замечаем, здесь имеется немало различных, как бы, вот этих принтов, а-ля наклеек, и так далее, спонсоров, то есть что-то наподобие, что вот имеется у этих персонажей, и можно сказать, что он как бы, ну, тоже больше сюда относится, чем сюда, либо вообще к мультику Тачки 3, потому что больше героев мультики Тачки 3 такие, как Джексон, а такие уже там не совсем уже в приоритете были, хотя тоже выступали, но потом всех поменяли, как мы помним, и как бы он вот такой вот переломный, он как бы сюда, и как бы туда, и как бы еще и туда, но больше он как бы относится к первому мультику в плане дизайна, если можно так сказать, плюс-минус. Как бы, ну, прикольно, как бы классно, тоже здесь он не представляет никакую страну, по цвету мы это не видим, просто красивые, приятные цвета, такие же цвета, наверное, как и у спонсоров, конечно же, и вроде бы как бы все, и как бы по этой причине можно сказать, что он больше относится как бы к мультику Тачки 1. Качество пластмассы, ну, здесь сверху вроде нормально, снизу, ну, как бы тоже ничего, считайте, примерно везде качество вот этих гонщиков, что здесь, что вот здесь, она примерно такая же самая, может быть и отличается, но там вообще на немножечко этих процентов. В общем, как-то с гонщиками все, наверное, вот такое будет сравнение. Давайте делать некоторые выводы и заканчивать данное сравнение. Тоже на этом сравнение тачек у нас постепенно подходит к концу. Я надеюсь, у меня правда получилось сравнить то, что я именно и хотел. Надеюсь, вы поняли, что я именно хотел вам показать, что именно сравнить, и надеюсь, у меня правда все это получилось. То есть, если так смотреть на героев мультика Тачки 1, Тачки 2 и Тачки 3, то
имеется везде свои, конечно, колоссальные отличия, где-то есть схожести, где-то, может быть, что-то повторяется, но везде гонщики сами по себе интересны. То есть какой-то детализацией, какой-то формой, возможно, еще чем-то они, правда, все интересны. То есть, да, в мультике «Тачки 1» гонщики очень такие простенькие в плане форм, да, машин, корпуса. Примерно они такие строгие, одинаковые, но они отличаются в плане цветов. Если говорить, например, про мультик «Тачки 2», везде форма отличается, цвета отличаются, то есть повторных как бы-то и нету, но если есть, то там как бы и то можно все это объяснить. Если, например, говорить про мультик «Тачки 3», то тут уже как бы имеется такая смесь. Суперсовременные такие, как Джексон, либо что-то наподобие, как в мультик «Тачки 1» в плане Бобби Свифта, по форме и детализации и так далее. Вот как-то так, такой вывод, надеюсь, он подходящий, надеюсь, сравнение удалось, и все получилось так, как я и задумал. Пишите свое мнение в комментариях, а я буду заканчивать. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал, нажмите обязательно на лайк для поддержки, чтобы поддержать меня, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить самые свежие видео, и, конечно же, увидимся в новых свежих видео, и, возможно, когда-нибудь в таких сравнительных видео еще так же. Всем спасибо, всем удачи и всем пока!